Другим событием. В Твери состоялось заседание законодательного собрания региона под председательством Сергея Голубева. Парламентарии рассмотрели 9 вопросов повестки дня. В том числе поддержали ряд федеральных законопроектов. Среди них проект федерального закона о ежегодной выплате работающим родителям, имеющим 2 и более детей, и внесение изменений в Налоговый кодекс России. Правительство внесло в Госдуму пакет законов, которые предусматривают изменения в налоговые и бюджетные кодексы. Предложения касаются налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, налога на добычу полезных ископаемых и упрощенной системы налогообложения. Введение прогрессивной шкалы налогообложения позволит усовершенствовать налоговую систему, сделает ее более справедливой и сбалансированной. Налоговая система – это предмет совместного ведения федерального центра, региона Российской Федерации. Поэтому абсолютно естественно, что мы получили данный законопроект из Государственной Думы с просьбой высказать свое мнение по этому поводу. Вот мнение депутатов поддержать, я так понимаю, что и фракции всех политических партий позитивно относятся и к изменениям налогового кодекса, и к изменениям бюджетного кодекса. Устанавливается 5 ставок вместо существующих 2. Нынешняя базовая ставка в 13% сохранится для дохода до 2 400 000 рублей в год. Затем она будет плавно повышаться до 22%. Также предлагается повышение ставки налога на прибыль с 20 до 25%. При этом для компаний, направляющих прибыль на инвестиции, предусмотрен федеральный инвестиционный вычет. Повышенные ставки предлагается применять не ко всему доходу, а лишь к сумме превышения, как и сейчас. При этом налогообложение НДФЛ доходов участников специальной военной операции, получаемых в связи с участием в ней, не изменится. Предшествовала такая довольно расширенная дискуссия, потому что мы приглашали на комитет и экспертный совет законодательного собрания, где люди с опытом высказали свое мнение, и представители общественных палат Тверской области. Общее мнение было достаточно позитивное, а каким образом налоговые изменения будут реализовываться, это уже предмет действий правительства. И, конечно, законопроект еще рассмотрит Государственная Дума, возможно, какая-то нюансировка, возможно, какие-то мнения по этому поводу. Но в целом позиция депутатов законодательного собрания Тверской области очень позитивная по отношению к готовящимся изменениям. Повышая налоги для граждан с высокими доходами, предполагается одновременно снижать их для семей с детьми, которые в этом нуждаются, через механизм вычетов и так называемых семейных налоговых выплат. Одновременно предусматривается увеличение размеров стандартных налоговых вычетов на второго и последующих детей. Также законодательное собрание в 2 чтениях приняло региональный закон об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организации для организации резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа ЭМАУС, созданной на территориях Калининского и Конаковского муниципальных округов.